Здравствуйте, друзья. Зашел к вольер к ним спросить, как дела, как они себя чувствуют. И Гошка сразу же напал на кофту, на мою штучки выбирать. И Маруська тоже присоединилась. Ну, я решил кофту задрать, думаю, пусть занимаются. А Маруська еще часы переключает постоянно. То язычком, то так. Так интересно. О, видите, с часами играется. Ой, так приятно с ними находиться, друзья. Зайдешь, бывает, без настроения или что-то на душе не очень. Побудешь, пообщаешься с ними, так прекрасно, хорошо становится. Спокойно. Такие они хорошие. Гошка, конечно, видите, плохо видит, наклоняется, как Маруське гораздо лучше зрение. Давай вот так будет удобнее, может, тебе, мальчик. Давай. Ой, папа, вот так телефон, камеру перехватит, тоже неудобно. Ой, а вы мои лапочки такие. Марусь, покажи, как надо. Тугошечка не видит. Давай. Мои вы хорошие, большое вам спасибо. Ой, спасибо, Гоша, спасибо, Маруся. Ой, мои вы хорошенькие. Маруська там откуда-то выискивает что-то. Да. Прекрасно и хорошо, да, Марусечка, на месте? Да, зайка моя. Да, наша зайчка. Да. И Гошечка хороший. Друзья, оставайтесь вместе с нами, оставайтесь с близкими. Не теряйте времени, есть возможность. Уделяйте внимание близким своим, знакомым. Всего вам хорошего, всех вам благ. Вон, смотрите, как прекрасно и хорошо. Гошечки глазки прикрыл. Блаженство, да, Гошуй?
и Машуля спокойная, и Гошке классно, и хорошо. Друзья, вот такую привесил еще колесо им сюда. Машка так заинтересовалась им, тут на нем скакала. Ну, потом успокоилась. В следующий раз покажу, как она на нем колбасится. Да, хрюхрюха, хрюхрюха, на тебе. Хрюхрюхи, хрюхрюхи мои, хрюхи, хрюхрюхи мои, хрюхи, хрюхрюхи мои, хрюхи, хрюхрюхи мои, хрюхи. Машуха, такая ты красотуха. Молодец, девочка, за всеми ухаживает. Ну, такая хорошая. Гошечка весь ухоженный. Да, заяц? Друзья, подписывайтесь на канал. Всех вам благ. Пока-пока.